делать забор вместе с виноградником. То есть виноградник забор. Наколол кольев из ясеня, обчистили и сделали из. В общем, сделали так поближе. Заточили их с верхнего края. То есть сверху будет у нас низ. Они, так говорят, меньше гниют. Вот так как раз проверим. Исчистил кору, чтобы она влаги не набирала, чтобы не загнивала. Ну, я думал сначала вар окунать битумный, но потом передумал. Посмотрим так, сколько будет стоять. Сейчас делаем разметку с помощью шнурки и забиваем.